Нам всем тоже надо туда залезть. Он защищает свои пароли. Начнем с того, что вы назовете свое имя. Меня зовут Эдвард Джозеф Сноуден. Хочешь работать на спецслужбы? Да, сэр. Почему ты хочешь работать в ЦРУ? Хочу помочь стране изменить мир. Мы ищем террористов в стоге сена под названием интернет. Я снабжу ЦРУ и силы охраны правопорядка необходимыми инструментами для выслеживания и поимки террористов. Американцам не нужна свобода. Им нужна безопасность. Мне было интересно, что под хиджабом. Как такое возможно? Подобно поиску в Google, но можешь искать не только в открытом доступе, но и в личной информации. Почта, смс-ки, чаты, все что угодно. Да, но какие именно люди? Да все королевство. АНБ отслеживает все мобильные телефоны мира. Они за нами подсматривают? Правительство творит нечто аморальное. Я не могу закрывать на это глаза и лишь хочу передать эти данные миру. Посмотри на меня. Пользовался ли ты программами, не имея к ним надлежащего допуска? Это все, что у меня есть. И они узнают, что я сделал. И какова будет реакция государства? Мне скажут, что я подорвал национальную безопасность. Сделают исчадьем ада. Начнут жевать со света моих друзей и семью. А меня самого бросят в тюрьму. И это в лучшем случае. А в худшем? Нам подтвердили, что Эдвард Сноуден поднялся на борт самолета из Гонконга в Москву. Правительство знает, что документы у нас. Тебе грозит смертная казнь. Но я не могу сдаться. Меня найдут. И всех вас тоже.